Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем с вами тестировать продукцию Faberlic, даже не новинки, но для меня впервые новинки. Про футболку, что хотела еще сказать. Футболка крутая, очень крутая. По длине, девчонки, у меня там просто шорты. Она как шорты, то есть она попу полностью скрывает. Вообще классная, мягкая, суперская, ее таскать по дому, одно удовольствие. И на улицу я ее тоже с удовольствием потаскала. Посмотрю даже, когда буду следующий заказ делать, может быть, есть еще какие-то другие цвета. Но этот цвет вообще бомбезный, просто супер. Сейчас пересыпала, как его называют, девчонки, в контейнер. Короче говоря, соль, сейчас покажу. Вот в эту баночку пересыпала соль. Классно, здорово, удобно, хорошечно и смотрится красиво. Вот эта соль обычно у меня такого мелкого помола с йодом я иногда беру. Я сначала думала ее пересыпать вот в этот контейнер, оставила пустой из-под соли Faberlic, потому что здесь тоже удобно дозируется, как бы все отлично. Но этот гораздо лучше смотрится и на столе, и вообще. Так, артикул, мне кажется, нет, здесь нету. В обзоре заказа я вам говорила артикул этой баночки. Кто не видел, ссылка под видео на обзор заказа. В общем, очень стильненько, очень здорово. Хочется еще такую, хочется парочку таких поставить. Слушайте, из такой даже сахар удобно дозировать, потому что здесь есть здоровые дырки на самом деле. Но будешь путаться, надо как-то чем-то помечать. Соль и какие-нибудь две свои любимые приправы сюда пересыпал, на стол поставил. Все, нету кучи банок, вот таких вот громоздких, некрасивых, да. И красота, мне очень понравилось. А Крестюшка от шариков Суджок просто в восторге. У нее восторг и шок. Она трогает их, они колючие, но ей очень интересно. Она пыталась несколько раз взять их в рот, и вот она его сейчас взяла, получилось. Тебе не больно? Играется и приговаривает. Дать, дать. Понравились, да? У ребенка вообще дикий восторг. Слушайте, мелкая моторика, массаж пальчиков. Я ей сейчас попробовала по ступне покатать. Ей очень щекотно, но она потерпела немножко. Так что, слушайте, вещь вообще классная. А еще, кстати, заметила, что шарики друг к другу примагничиваются. И там, по ходу дела, внутри магнит. Сейчас залезу на сайт, почитаю про них. Действительно, магнит, еще у них магнитное действие, видите? Он его, конечно, не держит, но притягивает. И держит даже иногда. Вот, видите, поднял его. И в колечко тоже. Я смотрю, колечко сначала прилипло к шарику, а потом думаю, блин, даже маленький большой держит. Так что классно, вообще вещь тогда супер. Как красиво смотрятся вот эти коробочки, даже если их наполнить какими-то средствами, да, и в ванну поставить. Я думаю, они легко будут достаточно мыться, ну, протираться, по крайней мере. Мочить-то, скорее всего, нельзя, особенно там картон, но тем не менее. Показываю, чтобы вы поняли масштабы, да, масштабы. Вот еще два ряда средств сюда влезет. Вот так гели для душа немножко торчат сверху, да. Вот так это смотрится очень красиво и достойно. А так вообще все, что угодно сюда можно положить. Я, скорее всего, пока буду хранить здесь, наверное, Крестюшкины игрушки. Я решила разобрать их, рассортировать по коробочкам. И вот такие симпатичные как раз подойдут. Допустим, здесь будут какие-то мелкие колесики, конструкторы. Ну, вот то, что ей интересно, но тематически. Здесь будет одна тема, в другой коробочке другая тема и так далее. Я уже завела маленькие тоже, но они не такие симпатичные, не такие классные. Ну что, мои хорошие, давайте вместе с вами потестируем гардерику. Мне очень интересно, на самом деле, и хочется сравнить с One Week Miracle, потому что гардерику многие хвалили. Пенку будем с вами пробовать на предмет снятия макияжа. Я так никогда не делаю, я всегда пользуюсь сначала мицеллярной водой, но я знаю, что многие девочки так делают. И для них это важно. Поэтому протестирую. Артикул 0747. Взбалтывать надо, нет? Нет, вроде не надо. Так, слегка, наверное, намочим лицо. Выдавливаем пенку. Ой, ну хорошенькая такая. Два нажатия. Одушка интересная. Наконец-то я добралась до гардерики. Наконец-то вообще, девчонки. Я еще постараюсь потом реноваж протестировать. А чтобы пенка молочко для снятия макияжа или сливки какие-то поработала, не только для снятия макияжа, вообще чистила кожу, да, нам нужно как минимум 2 минуты массировать или просто оставить. Не, мне нравится одушка. Определенно нравится. Интересная такая косметическая, слегка зеленая,
не сказала бы даже цветочные, какие-то духи. Нам нужно 2 минутки, чтобы побыло средство на коже. Если мы просто с вами быстренько потрем, результата не будет, потому что вот я сейчас нанесла и руками потерла. Я тонального средства, но кушона не вижу, пена до сих пор белая. Поэтому продукту нужно дать растворить загрязнение. Пока будет растворять, мы с вами попробуем на глазках. Опять, как всегда, вы будете видеть, а я нет. Нанесли. По-хорошему немножко надо постоять, но мы с вами сразу сейчас вот так помассируем и посмотрим, как снимает макияж. В качестве сыворотки не буду, нет, не буду сегодня применять ни тоник, ни сыворотку, ни Ванвик Меркл, никакой другой. Хочу посмотреть именно, как работают эти кремы. Черная панда, нет. Мне интересно самой. Потому что вроде отзывы хорошие, но в то же время есть и противоречивые. Так. Ну, вроде я тушь уже под пальцами не чувствую на ресницах. Пойдемте смывать. Заодно лицо помассируем, когда руки ополосну. Слушайте, ну вроде вот остатки макияжа. Остатки. Точнее, весь макияж смыла. И знаете, как предлагаю проверить? Диском ватным. Обычно, когда у меня полотенце для лица белое, видно, здесь оно такое кремовое и не видно. Слушайте, нет, чистый диск. Макияж хорошо удалился. Угу. Ну, отличненько. Но все равно я вам не рекомендую пренебрегать мицеллярной водой. Сначала мицеллярочку, а потом пенку. Красота. Так, что по коже? Ой, кожа чистая, очень чистая, слушайте. Поры узенькие, чистенькие, мне нравится. В то же время она какая-то, знаете, такая увлажненная, не пересушенная. Но, допустим, вот по первому впечатлению, если выбирать Гардерику или Global Oxygen, мне нравится больше Global Oxygen. По первому пока впечатлению. Вот сейчас слегка появляется сухость в Т-зоне. Немножко появляется и небольшая стянутость. После Global Oxygen у меня такого нет. Но я буду тестировать дальше. И потом обязательно всю эту серию напишу в день и пост. Так, дальше у нас с вами ночной крем. Дневной мы будем тестировать с утра. Ночной крем 0742. Я уже вам говорила, что взяла их именно в тубе, потому что они более легкие. Уже у нас с вами тепло, да? Красивый, кстати, туб так переливается, как хамелеон. И запечатанные. А в баночках они более плотные. Для сухой возрастной кожи подходит больше. Но так как у нас с вами тепло, я решила именно в тубе взять. Белый, плотненький, кстати. Дневной с шестерочкой SPF. Сейчас посмотрим. По аромату. Классный. У пенки... Ой, есть какой-то компонент такой вот, которого нет в креме. Крем более приятный по аромату. Он действительно плотный. Прям такой вот напитательный, по первым ощущениям, похож не просто увлажнение, но и питание. Но в то же время он очень быстро впитывается, он практически уже впитался. Знаете, пока бы я его назвала такой хороший базовый крем, который здорово питает. Вот я даже по рукам сужу, они у меня сейчас были безумно сухие, еще не наносила на ночь крем, ничего. В воде возилась, посуду мыла, готовила и так далее. И они прям мягенькие стали. Хотя до этого были такие шершавые. И лицо, кстати, тоже понравилось. Никакого утяжеления, жирного блеска, ничего я не чувствую такого. Питание, хорошее увлажнение. Видите, какой-то такой здоровый лоск есть, да? Здоровый лоск, что кожа наша увлажнена. Она получила то, что хотела, попила живительной влаги. Но пока мне очень нравится. Мне комфортно. Мне комфортно. Моей коже комфортно. Тип кожи у меня сейчас нормальный. А по первым впечатлениям этот крем подойдет. И комбинированный однозначно. Жирный. Да, я думаю, тоже подойдет. Жирной коже обязательно нужно тоже увлажнение и питание. Обязательно. Если мы ее будем постоянно пересушивать, она автоматически нам в ответ еще больше будет выделять подкожного сала. Да? И будет жирниться еще больше. Поэтому не забываем об этом. Пока мне очень нравится. Слушайте, у меня почему-то в Т-зоне пощипывает чуть-чуть. Я не знаю, может, это глюк.
кого-то было от гардерики, пишите. Все, он уже впитался, никакой липкости, никакого утяжеления. Лицо очищено, классно напитано, увлажнено. Мне очень понравился крем. Ну, завтра с утра будем с вами тестировать дневной. Доброе утро, мои хорошие. Оцениваем состояние на утро после ночного крема. Все отлично. У меня к нему вообще никаких нареканий, отеков никаких не вызвало. Знаете, у нас некоторые кремы могут вызвать отек века, допустим. Я крем наношу на все лицо, поэтому, ну, это важный момент, да? Некоторые кремы для век даже вызывают отек века. С утра встаете, а там не очень хорошая картина. Ага. И опять на самом интересном моменте у нас разрядился пауэрбэнк. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы с вами опять очищаем лицо после ночи, да, умываемся пенкой. И будем тестировать дневной крем 0741. Мне очень интересно посмотреть, как работает ион. Ну что, я умываться. Опять вот есть после пенки небольшой момент стянутости, да? Поэтому имейте это в виду. Так, дневной крем с SPF 6. Наносим. Он у нас тоже с вами пока запечатанный. Хотела еще вам по соли рассказать, девчонки, сейчас расскажу. Тоже такой плотненький. Такая же отдушка интересная. Нет, вот он когда наносишь, он не такой плотный, как ночной. Он начинает, ну, не знаю, как будто таять, что ли, на вашей коже. Как сливочки, такой вот консистенции больше. Но увлажняет, увлажняет, это чувствуется. И очень быстро впитывается. Не оставляя после себя никакого следа, практически все. Увлажненная кожа. Хорошо увлажненная, причем. И чувствуется наличие SPF. Хотя его немного, да, кто пользовался средством с SPF, тот понимает, про что я говорю. Но липкости никакой нет, все комфортно. Все очень здорово и достойно. Буду тестировать дальше. Обязательно отзывы буду дополнять в обзоре каталога, как всегда, да. Но в пустых баночках не скоро, а в обзоре каталога уже скоро. Поэтому. У меня будет время попользоваться и уже дать достоверный отзыв. Пока мне все нравится. Все как бы комфортно, все здорово, все замечательно. Хорошие базовые такие кремы. Никаких нареканий. И знаете, что хотела сказать? Вот она в закрытом состоянии, из нее все равно сыпется соль. То есть не так плотно прилегает. И чтобы вы понимали, она всегда будет просыпаться. Мне показалось это крайне неудобным. Может быть, потому что ее пока много, посмотрю. Но нет, я уже вчера весь день пользовалась, готовила неоднократно. И вот так. То есть вы посолили, я вам сейчас покажу над раковиной, закрыли ее, а сюда все равно набирается соль. И вот таким образом даже можно солить. Смотрите, она сыпется, она не перестает сыпаться. То есть она из вот этих вот щелей, видите, сюда проникает. Не очень это аккуратно, не очень как бы... Удобно в плане просыпания и так далее. Но буду смотреть дальше, может быть, потому что я ее полную насыпала. Может быть, если насыпать половину, такого не будет. Но если перевернем, все равно, даже если она закрыта, соль будет сыпаться. Ну и на этом видео буду заканчивать, мои хорошие. Кому оно было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Ссылка на регистрацию всегда в Фаберлик. Фаберлик сейчас дарит деньги. Регистрируйтесь, я с вами свяжусь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.